В Дагестан прибыл победитель гандбольной лиги чемпионов Тимур Дибиров. Прославленного спортсмена на родине торжественно встретили в аэропорту Махачкалы. Помимо этого, чемпиона принял у себя председатель правительства республики Абдусамат Гамидов. Обо всем по порядку в нашем следующем сюжете. В столичном аэропорту именитого спортсмена встречали представители Министерства по физической культуре и спорту республики, администрации Ахваховского района и многочисленные земляки. В адрес Тимура Дибирова прозвучали поздравления с успешным выступлением в Лиге чемпионов. На родину он прибыл вместе со своей супругой, серебряным призером Олимпиады в Пекине Ириной Полторацкой. Для нас большая честь всегда встречать легендарных спортсменов, чьи имена известны на планете Земля. Сегодня республика имеет и подготовила более 70 чемпионов и призеров Олимпийских игр. Я думаю, и серебряная медаль перед играми будет включена в копилку дагестанского спорта. Мы будем гордиться этим. И, конечно, хотели бы пожелать также успех нашему Тимуру. Выходец из Ахваховского района Тимур Дибиров впервые помог своей команде македонскому «Вардару» выиграть самый представительный европейский клубный турнир. До этого Дибиров 10 раз выигрывал чемпионат России и является капитаном сборной страны. Я считаю, что сегодня мы не только Тимура и его семью встречаем в Дагестане, и этот день сегодня останется в памяти как день открытия гандбола в Дагестане. Я думаю, это новое слово, новый вид спорта, не новый вид спорта, а новое слово в спортивной жизни для Дагестана останется на долгие-долгие года. И тем не менее, мне очень это приятно, что началом этого великолепного, интересного, темпераментного, горячего вида спорта закладывает наш земляк Тимур. А накануне с титулованным спортсменом встречался председатель правительства Дагестана Абдусамат Гамидов. Премьер-министр поблагодарил гостя за значительный вклад в развитие гандбола на территории страны. Спасибо, я хотел бы выразить тебе от нас всех, от нашего народа, сказать спасибо за то, что ты на самом деле славишь нашу республику, славишь свой народ, дагестанцев, играя великолепно. Быть лучшим бомбардиром постоянно на всех соревнованиях. Говоря о перспективах развития гандбола, Абдусамат Гамидов выразил уверенность, что этот вид спорта привлечет немало сторонников. В мероприятии также приняли участие первый вице-премьер правительства Республики Дагестан Анатолий Карибов, министр по физической культуре и спорту Республики Магомед Магомедов, глава Ахваховского района Магомед Загид Муслимов. Также во встрече участвовал отец спортсмена Магомед Дибиров. В свою очередь Тимур Дибиров остался доволен вниманием со стороны руководства Республики. Самое главное, я к вам попал, вы знаете, как я неравнодушен к вам, думаю, самое главное, я приеду, попаду, вы меня поздравите, и все, потому что я еще мальчиком был, Олег вот постоянно у него время проводил, и с того времени смотрел, как вы ездили, болели за борцов, и думал, когда-то придет время, когда они за меня будут болеть. Вот видите, дошло время до этого. В завершении встречи председатель правительства вручил спортсмену именные часы главы Республики Дагестан и почетную грамоту за заслуги в развитии физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения, пожелав не останавливаться на достигнутом и идти вперед к новым победам. Курбан Рагимов, Магомед Расул Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.